Самый волнительный и трогательный момент в жизни женщины – рождение малыша. В период вынашивания ребенка будущей маме как никогда нужно внимание и поддержка. Ксения Тарасова в этом году ждет мальчика. Ее первому ребенку, дочке, сейчас 3 годика. Вопреки убеждению, что вторая беременность протекает легче и без волнений, вопросов у Ксении накопилось масса. Спросить о важном девушка смогла в школе мам. Когда мы идем в первый раз рожать, конечно, мы не знаем, что нас ждет, даже если ты прочитаешь много литературы. Вот. Но я была не подготовлена к первым родам. Поэтому во второй раз я уже хотела более осознанно к этому подойти вопросу и пришла уже в школу мам, чтобы специалисты помогли, направили и как-то постараться мне легче все это перенести и встреча с малышом, чтобы прошла уже более так легко. Самые распространенные вопросы – как облегчить боль во время схваток, правильно дышать и не поддаваться панике. Все запросы от будущих мам разбирают врачи, акушеры-гинекологи областной больницы. Здесь прошло первое вводное занятие. Далее по плану – практический блок. Ученицы курса узнают нюансы грудного вскармливания и ухода за младенцем, познакомятся с лечебной гимнастикой в послеродовом периоде. Помимо всего этого они получают мою поддержку, поддержку женского круга, в который они попали. То есть здесь они знакомятся друг с другом, понимают, что все они объединены одним, да, вопросами о том, как правильно подготовиться к беременности, к родам. В самом начале беременности женщина беспокоится о том, будет ли сохранна беременность, продолжится ли она. Далее у нас идет середина беременности, где женщина убеждается в полном здоровье малыша, убеждается в том, что все хорошо. И вот чем ближе долгожданная встреча с малышом, тем больше становится вопросов. Именно на последних месяцах беременности будущие мамы начинают волноваться. Работа с психологами помогает поймать дзен, как говорят врачи. От того, что на каждом сроке своя специфика запросов, нет ограничений на запись в школу мам. Это уже 3-й набор на курс. В этот раз к нему присоединилось 15 будущих мамочек. Программа рассчитана на 8 занятий, каждая из которых проходит 1 раз в неделю. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.